что, девочки, мальчики, Глафира Абрамовна, говорящий глава, с вами. Время открывать подарки. Время открывать подарки. Распатронилась. Подарок для мужчины. Тема Резентель. Так как в связи с последними событиями семья осознала, что нам нужен несессор мужской. Многие, кстати, не знают этого понятия, называют это мужская косметичка, чемодан для косметики, мужская сумка, ничего не подобного. Это именно несессор фирмы. Вот это Резинфиль. Это ограниченная серия. Кстати, про то, что ограниченная серия. Какая-то здесь почтовая марка. Связанное что-то с путешествиями, с отпускным временем. И начнем рассматривать внимательно. Есть вот такая сумочка, такая ручка, чтобы носить, выполненная из довольно плотного кордура. Вырвать не получится. Держите крепко. На передней стороне клапан кармана, который открывается с двух сторон молнии. Обратите внимание, здесь накатка. Такая приятненькая. И все-таки есть вышивка. Такие вот зелененькие полосочки. Подумаешь, ну вышили. Но ограниченной серии надо было за что-то делать. Деньги. Стоимость этой сумочки разная. Можно найти от 1400, заканчивая 200-700, по-моему, рублями. Самую большую, что... Нет, эту не найдете дешевле. Это другие. Именно вот эта, она 200 стоит. Открываем. Высота 20 сантиметров, насколько я помню. В развернутом виде увеличивается на 18. Есть вот такой удобный крючок, причем выполненный из железа, я не знаю, сталь там, алюминий, но во всяком случае из металла. Удобно очень повесить где-то. Вот в поезде постоянно возникает такая необходимость повесить, чтобы не трогать. Есть глубокий карман. Дополнительный карман, открывающийся, потайной, я бы сказала, не глубокий. И вот такой сетчатый, тоже не глубокий. В глубокий карман влезет все, что угодно. В сетчатый влезет, наверное, вот сюда положить зубную щетку или что, таблетки. И есть зеркало. Зеркало защищено пленкой. Зеркало настоящее, они, как знаете, бывают, кусочек фольги приляпают. Как блогеры показывают. Вот так вам покажу. Далее переходим, с этими карманами закончили, переходим на основной карман. В основном кармане довольно-таки глубокие. Мыло такое жидкое не залезет, учтите. Лосьон тоже можно положить вот так. Есть дополнительная лямка. Я не знаю для чего. Видимо, что-то туда тоже вкладывать. Для чего она сделана. Ну, глубокие карманы должны залезть зубные пасты, лосьоны. Объем ее увеличивается за счет того, что вы что-то туда положите. Не забывайте прятать. И вот в таком компактном виде у вас может уместиться все, что необходимо взять с собой в дорогу, в больницу. Может быть, даже на прогулку. Вот она называется там туалет бэг. Туалетная сумочка. Но на самом деле это несессор. Так что
Поздравьте нас, как говорят Бровченко. Вот то, что это Ризенфельд, тут еще есть красненькая штучка. Ширина получается у нас в набитом состоянии около 10 сантиметров. Ну, смотря, что вы туда понабьете. Высота, я вам уже говорила, получается 20 и почти тут 21. Почти квадратная такая сумчишка. На мой взгляд, вещь в доме необходимая, особенно если вы вынуждены ездить в командировки, вынуждены ездить в больницы. С собой все схватили. Тревожный чемоданчик. И пошли. А с вами была Глафира Абрамовна, которая плохого не посоветует. Кому нужна ссылка, обращайтесь, дам. Всего вам хорошего. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Пока.